Так, нам осталось последнее, ребята. Это вот эта рука, она самая сложная. Потому что по рисунку, да, это легко нарисовать. А вот сделать, чтобы обхват был, значит, такими короткими пальчиками, да, как вот здесь, это невозможно. Поэтому будем что-то изобретать. Я тут пупок еще сделал, на всякий случай. Так. Да, надо не забыть еще сюда поставить зубик. Сейчас поставим, а то забуду. Так, это будет у нас, что у нас будет? Кубик. Маленький кубик. Вот сюда мы его G по Y выпускаем. Вот сюда. Так, теперь мы его должны... А это что за пятнышки здесь? Это странные пятнышки. Надо их потом вот убрать. Так, S по Y мы его сужаем. Так. Вообще выделаем. S по X даже. Вот так. И говорим о subdivision. Так как он у нас в этом заряжен, то мы его сейчас и Ctrl-R-чиков насуем ему. Так. Ctrl-R. Сюда. Далее. Ctrl-R. Ну, наверное, и все, больше ничего не надо. Единственное, что, может быть, два ему сделаем. Два, вот так. И, может, чуть поменьше. Чуть поменьше. И поставить его на место, в самом углу рта. Да. Так, вытащить его. Далее Shade Smooth. В нормальных 30. Вот. Все. Тут есть. Так, да, теперь давайте начнем то самое. С глазами тут тоже надо, они неравномерные какие-то. Одна такая, вторая такая. Значит, надо по каждому работать, ставить их. Так, ну так что? Ну, управимся мы за 30 минут. Mesh. Круглый. Это пускай будет круглый. Квадратная сфера. Здесь 16. Так. Ну, делаем его маленькой. Выносим за пределы G. Вот сюда первый палец, да? Сейчас. Это будет, конечно, ребята, нелегкий труд. Нет, будет длиться долго, поэтому, скорее всего, я включу музычку и по-быстренькому мы пройдемся по этому. Хорошо?
Так, ну вот осталось теперь глаза поправить. Вот этот глаз мне не нравится. Мы сейчас пойдем сюда. Так. И, скорее всего, мы их уничтожим сейчас. Вот этот во всяком случае мне надо. Так. А этот я просто скажу Shift-T, сюда перенесу и начну его тут подгонять. Z. Вообще-то надо сохранить сначала. Сейф теперь сделать. Сейчас проработал. Так, давайте будем по Z. Так, ну сначала надо сказать объект set origin оригинал. Так, и вот теперь R разворачиваем. Еще R вот так. Еще R по Z. Тащим. Тащим, смотрим. Теперь R по X. Еще немножко вытащим. Что получается? Почти то, что нужно. Ну, примерно. Еще нам надо будет. Так, с глазами вроде как разобрались. Давайте посмотрим отсюда. Ну да, более-менее так-то. Более-менее пельмени. Так, и теперь вот тут я бы хотел поставить язычок еще. Мышь. Сферы уменьшаемые. Давим сверху. Выводим на место уже по Y. Сюда, допустим, смотрим спереди. G. Так. Маленько S поднимаем. R по X. Так, задвигаем. Дальше говорим, что нам надо будет subdivision и скажем smooth. Больше нам ничего не надо. Ну, все. Ну что ж, дорогие друзья, я поздравляю. Мы это сделали. Красить я буду немножко потом. В смысле как? SX. Ну что такое? S.
Вот так. Ну и все. Если что, покрашу какой-нибудь зеленый, желтый там. Ну, в общем, посмотрите на заставки. Все.